Терамобил. Нефтекамск. Янаульская, 1А. Телефон 236-88. В устав Нефтекамска было внесено 16 изменений. Касались они уточнения и дополнения формулировок. Главный документ муниципалитета привели в соответствие в связи с изменением 131-го федерального закона об общих принципах организации местного самоуправления. Так, помимо того, что в городском округе должны развивать физическую культуру, добавилось развитие школьного спорта. Организацию отлова и временного содержания собак с плеч республики переложили на городскую администрацию, которая будет действовать все так же, исходя из республиканского финансирования. Ранее эти поправки уже рассматривались на заседании Совета городского округа. Присутствующие на публичных слушаниях с депутатами оказались солидарны. За принятие проекта проголосовали единогласно.